Добрый день, коллеги. Вот сегодня снимаю второе видео. И вот эту фигу я решил почему снять. Потому что это первое плодоношение португальского сорта Абебеира. Очень сложно выговорить. Проще выговорить Бибера прета, то есть Бибера черная. Вот видите, какой ее вес. Она уже раскрылась на ветке, то есть у нее вот уже с глазка пошли трещины, но она не закисла, она вкусная, она в холодильнике второй день лежит, и вот так вот она шикарно изнутри выглядит. Видите, там сок такой, медовый сироп внутри. Это я показываю для чего, чтобы это, во-первых, новый сорт, он еще, я так скажу, не встречается, и очень редко даже у американцев. Случайно приобрел его, 3 года назад привил, 2 или 3, не помню сейчас, надо смотреть в записях, привил, и вот такие результаты у меня в этом году. То есть была уже и бреба, штуки 2 или 3, не помню, и вот уже основной урожай. Он растает у меня где-то постепенно, по фигушке, по 2 в день, пока его немного. Там еще может остаток где-то с фигушек на 15-20. Ну и когда закончит, я, видимо, сделаю или фото, или видео и расскажу вам. Вкус хороший, на 4 стабильно для первого сезона, даже может на 4 с плюсом. Это опять же все зависит от вкусовых предпочтений того или иного человека. Мне вот нравятся сорта не медовые, а именно темные сорта с ягодным привкусом, с кислинкой и не очень приторные. Вот долматика для меня один из самых таких идеальных и вкусных плодов Бибера. Бранко очень хороший сорт в этом плане, именно опять же для меня. А некоторым нравятся более сладкие сорта. Спасибо всем за внимание. Маленький такой обзорчик нового моего сорта.